В Омской области пытаются решить проблему транспортного сообщения с отдаленными селами. Для этого Омскоблавтотранс вводит систему перевалочных пунктов или хабов. Большой комфортабельный автобус из Омска будет ходить до райцентра, а уже из него пассажиров будут развозить по деревням на пазиках. По такому принципу еще с 2000-х годов перевозчики работают на Тевриском, Устишимском и Знаменском направлениях. Теперь к этому списку прибавится и Муромцево. Почему пассажиры остались недовольны нововведениями, узнал Данил Лужевский. Этот рейс на Муромцево пока экспериментальный. Он впервые пойдет только до райцентра. Там пассажиры, которым нужно попасть в другие деревни, пересядут на пазики. Они развезут людей по району. Так в Омскоблавтотрансе экономят. Количество рейсов сократилось с 5 в неделю до 2. Люди изменениями в расписании недовольны. Можно было чаще уехать, чем это самое... Сейчас 2 раза в неделю ходить будет. Зато эти 2 рейса будут заполнены, а значит, перевозчик получит больше прибыли. Впрочем, деньги потеряют льготники, ведь количество бесплатных поездок останется прежним. А с пересадками они закончатся в 2 раза быстрее. Мне вот нужно в Окунево. Сейчас нет прямого автобуса. Мне придется сейчас ехать до Муромцева, а оттуда ждать 2 часа до 4 часов и ехать потом в Окунево. Ну, поездки тратятся, да, получается, на поездку больше у меня. Да и времени на такую поездку уйдет больше. Поэтому многие жители районов предпочитают добираться до дома из Омска на частных газелях. Цена практически такая же, а едет быстрее. Но в Омскоблавтотрансе уверены, своих пассажиров они не потеряют. Кто ездил на газели, тот понимает, что такое ехать на Нефазе, вот который сейчас мы пойдем посмотрим, отправляется. Или что такое ехать, ну, извините за такое, скрючившись, значит, в этой газели, когда некуда поставить ни сумку, ни чемодан, а у нас жители... Что быстрее? Ну, быстрее не значит безопаснее. Такую же систему пересадок Омскоблавтотранс собирается ввести и на других маршрутах. Везде, где транспортное предприятие терпит убытки. Данила Выжевский, Дмитрий Головко. Новости здесь, Омск.